Итак, первый запуск. Вот у нас вся эта красота. Сейчас посмотрим, как моник. Так, контакт есть. Ну-кася. Ну-кася, на-кася. Посмотрите просто на эту мощь. Там две монструозные карточки крутятся. Воу, мэн. Все такое громоздкое, огромное. Так, все, короче, запустилось. Все запустилось, ну-кася. Давай сюда. Так, он все нашел, все подрубил, заходим, смотрим. Иди сюда. Садись. Так, этого в сторону, парня. Это мы все вырубим пока. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Что у нас получилось в итоге? Я тоже пока. Сейчас посмотрим. Пока он сходит просто с ума. Пока он просто сходит с ума. Можно звук даже выключить. Но звук не особо сейчас поможет. Я не понимаю, какую карточку делать главное, но я думаю, сейчас разберется. Итак, вот они, обе карты, я уже их вижу. Так, но вторую пока он не нашел. Вот, теперь они обе здесь. Первый раз он вторую не нашел, сейчас он вторую нашел. Так, давайте поближе. Подъезжайте. Ну что? С ума сходит пока. Не понимает, он переключается по ним. Он не понимает, какая видеокарта важнее. И туда-сюда прыгает. Скорее всего. Так, все? Нет, надо перезагрузить его все-таки. Он понимает, что они одинаковые. И типа смысла в них переключаться нету особого. Но не понимает, какую сделать все-таки главной. Да, с ума сходит компьютер. Сейчас мы его перезагрузим и попробуем что-нибудь запустить. Так, опять дрова как будто бы слетели. Почему? Почему? Нет, дрова на месте, все в порядке. Так, ну-кася. Не удается установить обновление. Windows 10, Adobe Flash Player удаление, Advanced Micro Devices. Это фигня все. Ничего важного здесь нету. Так, еще разок. Конфигурация диспетчер. Диспетчер сейчас вроде не сходит с ума. Все. Все. Ну что, запустим кого? Фурмарк, я думаю. Что еще можно запустить? Фу, да, они здесь оба. Вот они оба графических ускорителя. Они идентичны. Блин, они крутые. Они их двое. GPU-Z. Ну-ка, что покажет нам GPU-Z? GPU-Z что покажет? А он покажет нам, что здесь две видюхи. И они, по ходу дела, абсолютно идентичные. Нет. Смотрите, 1100, что-то еще изменилось. 1100-1200 по... А там 1000, по-моему, было. Да, да, смотрите, частоты меньше. Короче, у видеокарты MSI частоты больше, чем у HiSA. У HiSA частоты 1000. Чуть-чуть разогнанная она. Вот. А, по чипу. Чип разогнанный. Далее, дрова у них, по-моему, одинаковые. Так. Питкаин. Питкаин, что?
Каим. Так, еще вот здесь меняется. А, субвендор, ну это понятно. Субвендор меняется. Это фигня. И драйвер. Драйвер одинаковый у них стоит. Ну, я даже не знаю, давай стресс-тест у обоих сделаем сразу же. Вот они. Погнали, видюшки. Первая температура больше. Это которая MSI. Вторая сразу частоты понизила. Ну и будет просто отстаиваться. Вот, как вы знаете, что не все игры для двух видеокарт работают 8X MSI. 16 FPS. Вот, и одна видюшка, она будет все равно простаивать практически, поэтому... Но, по-моему, тот же самый Red Dead Redemption, он будет работать. Подожди, а он выбрал у меня видюху, получается, все правильно. Он первый, он, видите, выбирает видюху, которая сверху стоит, на 1000 МГц, которая работает. Вот, это HIS, а не MSI. Ну и, соответственно, он ее фигачит. Ну, я уже вижу, что температуры здесь нормальные будут. Правда, корпус открытый, но не так важно. Он еще понизил частоту, да? А нет, такая же. Блин, ну круто, круто. Так, ну что, пишем, какие тесты нужны. Сейчас пару игр будет. Потестируем.